Ты отличная мать. Ну, не знаю. С Тревором вроде ладим. А вот с Фиби... Она к себе не подпускает. Да, это нормально. Она просто подросток-интроверт. Я надеюсь, что на новом месте все изменится. Главное, чтобы Фиби ни во что не вляпалась. Мы постараемся. Ну и зачем вы приехали в Саммервиль? Да с деньгами проблемы. А дедушка оставил нам тут ферму со стрёмной развалюхой. Рукастым ваш отец не был. Толком не мог даже электричество починить. То есть он нам ничего не оставил? Ну, это как сказать. Ты выбрал универсал? Двигатель был только у него. А что у вас тут происходит? Город почему-то каждый день трясет. Хотя разломов здесь нет. Может, это апокалипсис? Дед не просто так сюда приехал. Вас беспокоит странный шум посреди ночи? На чердаке или в подвале вас сковывает страх? Вы или ваши родные наблюдали привидений или призраков? О, Господи! Вы тоже это слышите? К нам что-то ползет! Весь город как новый сезон ходячих. Фиби! Давай быстрей, быстрей! Охотники за привидениями. Наследники. Мы охотники, и мы готовы поверить вам. Мы закрыты.